Ну, вот гел böyle. Gel seni videoya çekeyim. Вот так вот выглядят школьные аттестаты. Семерсу. Вот это его аттестат. Nasıl? Normal, iyi. Mesela Türkçe biraz daha geliştirmek lazım. Matematik de biraz geliştirmek lazım. Hayat bilgisi ve görsel sanatlar iyi. Yabancı dil biraz geliştirmek lazım. Müzik çok iyi. Oyun ve fizik teknikler çok iyi. Fen bilgisi. Yakaladım, yakaladım. Yani hiç bakmayalım, boş ver. Hadi bakalım. Hadi koy bunu, hadi sen. Çok mu kötü? Kötü, kötü, kötü. Kimin? Kötü. Çok kötü, çok. Kimin o? Ama beden eğitimi iyi. Футбол ойнёт орда. Самая хорошая оценка по физкультуре. А, музык да ёй. Мэмэт Али. Музык да ёй, оно. Сэн не олмак истёрсон? Чобан. Чобан мы? Эвэт. О заман эн энэмли физик. О, а бак, онын карны чок ёй. Tamam bir hatıra oğlum, bir hatıra çekeyim. Onların hepsi iyi, 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 çok iyi. Ecrin. Ama 10 sene sonra geldi. Ama девочки очень хорошие, кстати. Tabii. Молодцы. А сейчас мы отправляемся в теплицу собирать баклажаны. Башка? А, и... Упс. И перец. Мы сейчас находимся в теплице с перцем. Сейчас Али покажет, как правильно рвать перец. Şöyle tutuyorsun, şuradan tutup böyle kırıyorsun. Aha. Bekle ya. Şimdi ben deneyeceğim. Olmaz. Ama kırmızıları toplaman gerekiyor. Нужно срывать красный. Gel. Так, ищем красный. Şöyle tutup. Bekle. Вот так. Беру. Sonra. Evet. Ha. Посмотрите, какие большие перцы. Класс. Bu acı mı? Hayır. Değil. Tatlı. Kapya. İsmi. Sladkı perec. Ayhan, sen seviyorsun. Evet. Ama tabii. Ben bunu mangalda seviyorum. Ha. Acı isterseniz acı da var ya. Yok. Yok, acı biz yemiyoruz. Evet. Sen istersen biz çekelim. Tamam. Siz bu biberler yurt dışına mı gönderiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet, Racat'a gidiyor. Rusya. Rusya. Evet. Tak, сейчас я буду собирать перец. Попробую. Tamam, ne yapalım? Перцы очень... Вот эти перцы идут на экспорт, как сказал хозяин. И посмотрите, они очень классные на рынках. Пазарда бу... Булмай Джексон? Букадар Гюзель Бибер? Алания, да? Йок, что? Поэтому на рынках их не найти, идут они только на экспорт. А, говорит, что их отправляют, замораживают. Evet. Şok, buzul. Evet, bu sahnede gidiyor tırların içinde. Aha. Oraya varıncaya kadar zaten şoklanmış oluyor biber. Ha, этот перец шоковая заморозка. Шоковой заморозки его замораживают и потом уже отправляют в Россию. Но на рынке такой перец вы даже в Турции не найдете, он на экспорт идет. Вот это вот острый перец. Чили мы? Чили. Чили, чили перец. Чили бибер. Но, а вот это вот сладкий перец. Ага. Evet. Он кырмызы. Еще я спросила, как часто собирают эти перцы. Вот смотрите, например, много красных, но их еще не собрали. Почему? Потому что они еще не поспели. Самый спелый перец бумухазыр. Evet, ой, бумухазыр. О, копар дие. Копар. Tamam. Копар, сен götüreceksin zaten onu da. Вот это вот самый спелый перец, который только можно найти. А перец чили можно собирать, чили. Видите? И зеленым он тоже острый. Или красным, он тоже острый, в любом виде он все равно острый. И собой сейчас будешь качественно берет? 15 yıldırdan beri ben bu işi yapıyorum. Yani 15 sene oldu evlenene. 15 senedirden beri seray işi. Bu sizin oğlu mu? Bu benim oğlan. Sen de çoban olacaksın. Sana kesinlikle şey çıkacaklar. 40 tane. Koyun. Koyun, koyun. Evet. Siz neden bu işi yapıyorsunuz? Sizin aileden mi? Siz ya bir nasıl diyeyim ben sana, yerimiz yurdumuz yok bizim. Mesela bir karış toprağımız yok. Biz burayı kira yapıyoruz. Hı hı. 11 liraya kiraladım ben burada. Zepse yapıyorum. Çoluğuma çocuğuma bakmak için.
Yani bu işi yapmasam gelirim yok. Onun için mecbur bu işi yapmak zorundayız. Herkes bir çalışmak zorunda yani bu memlekette. Evet. Çalışmadın mı? Çalışmadan ekmek yok. У владельца этой теплицы мы также спросили, легко ли быть, иметь сельскохозяйственные угодья в Турции сейчас. Он сказал, что это достаточно трудно, потому что приходится продавать, например, они выращивают перец, его приходится продавать дешево, а за границу его отправляют дорого. Ну, в общем, приходится очень много работать. И они работают с целой семьей, с детьми, с женой, арендуют вот эту вот теплицу и надеются на то, что цены на перец вырастут, и они смогут больше зарабатывать. Ну а сейчас мы отправляемся в другую теплицу смотреть на баклажан. Сейчас Метали покажет нам, как правильно обрезать баклажан. Тамам. Вот так вот ножницами специальными. Бу озель мы макас? Evet. Nasıl bir şey var? Ha, onlar plastik mi? Plastik. Demir orası. Çelik. Çelik. Yeni gelen. В том месте, где обрезают, потом появляются цветочки и появляются новые баклажаны. Yeni doğuş. Bak, bu da aynı. Aha. Şu bak patlıcan haline gelmiş bak durumda. Aha. Bak şöyle. Aa, маленький маленький баклажанчик. Evet. Dibinden gösterebilir miyiz? Nasıl keseceğim? Neredesin? Buradayım. Aradan geçiyoruz. Şöyle. Nasıl? Şöyle. Tak, еще один баклажан. Tamam. Kesiyoruz. Прям под корень. И вот потом с этого места вырастает новый баклажан. Evet. Çıka bak. Yeni dünya. Bak. Bu uzadı veriye. Bir hafta içerisinde toplanıyor bu. Ve kaç kaç? Çıka çiçek hali bu. Bak. Ha, cvetok. Evet. Çiçeğe biniyor. Ondan sonra patlıcana, meyveye. Ha. Вы смотрите, вот так вот выглядит цветок баклажана. Bak. И через месяц bunu verecek, arkasından bunu çiçeğe bu şekil getirecek. Aha. Bak, ardından bu geliyor. Aha. Buradan büyüyedik sıra meyveyi getirip oturacak. Aha. И через месяц получается большой баклажан. Вот этот мальчик хочет быть пастухом. О, не? Пасолан. О, шей. Чикмейджер. Засок. Ага. Чикмейджер. Хаста. А сейчас для нас собирают баклажаны. Отвезем мы их домой в Аланию. Естыль. Русчего заман? Да. Да. Русский. Evet diyeceksin oğlum. Biz Türkiye'deyiz o zaman. Tabii. Türkçe konuşuyoruz. Evet. Ama ne diyor? Türkçe konuşuyor, değil mi? Evet. Стоит здесь невероятный запах баклажановый прям. Очень классно, что мы попали, конечно, в эту теплицу. Надеюсь, что вам тоже показали много интересного. Evet. Нелегкая жизнь, конечно, у них, но живут на земле, свежие фрукты, овощи всегда. И мальчик хочет стать пастухом, даже ветеринаром не хочет становиться. А вот этим вот козочкам всего два дня. Представляете, такая большая собака, я ее немножко боюсь. Tamam. Tamam arkadaş, ben keçilere gidiyorum. Sen gel be. Daha bak yeni geldi. Oy, dur. Bunlar, ama o çok büyük. Hayır ya. Bunlar dünyaların güzelleri işte. Ha. Onlar iki günlük mü? Evet. Oy, tatlı, çok güzel. Evet. Aşağı düşme yalnız, tamam mı? Göz. Bunlar kaç günlük? Enlemler 15 günlük falan. Aa, вот этим вот всего 2 дня. Evet. Вот этим вот малышам. Ой, такие мягкие.
Вот этим всего 2 дня, а вот этим 15 дней. Tamam. Sen Ali'ye doğru dönseydin de fotoğraf çekseydin kuzuna kucağına aldığında. Bekle 2 tane tutacağım. 2 tane 2 tane tutabilecek misin? Evet. Bak tutmayı bile biliyorlar. Bu da çok güzel. Bunlar dünyanın en güzel şeyleri işte. Allah'ım, Allah'ımızın hediyesi. Aynen. Maşallah ya. Oy 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 kuzucuğuma bak benim. Bak, onun gözleri bak. Gözleri de gördüm, problem yok. Vaa wow, sana. Kokuyor. Sarılışına bak. Çok güzel, bu çok tatlı, çok farklı. Bak, o da kokuyor. Oğlum. Ну, Эдрин, давай. Дай мне Джан. И опять нам накрывают стол. Вот так вот всегда в деревне. Я на шею написала. Приходишь к кому-либо. Постоянно. Постоянно еда. Мы уже собрали фрукты и овощи. Вот это вот мы все заберем домой. Ну и как вы видите, в традиционном турецком доме в деревне первая комната, комната для гостей. Здесь всегда тепло. Горит соба, смотрят телек, и все гости собираются вместе. Сейчас будем кушать. Йок. Пенсен кажешь. Sen okula gitmek seviyor musun? En sevdiğin ders hangi? Türkçe. Ha? Türkçe. Sen kim olmak istiyorsun? Hangi doktor. Ha. Doktor mu? Ne doktor? Hayvan mı doktor, insan doktor? İnsan doktor. İnsan doktor. Hangi? Hangi doktor? Göz doktor, kulak doktor, kalp doktor. Kalp doktor. Ha, bu çok güzel meslek. Все, мы уезжаем из дома Иса и Хатиджи и их троих детей. Хэши чок гюзель, рибалык чок гюзель, сералар гюзель, шей хайванлар гюзель. Биргюн такрар гельчес. Ташекулер. В общем, мы уезжаем и чок ташекулер. Гюрюшурус. В общем, мы уезжаем, обязательно приедем снова. А сейчас едем, наконец-то, в апельсиновые сады.